В Воронеже интернет-телевидением пользуется больше людей, чем в соседних регионах. За год количество каналов выросло на треть. Сейчас их 120. Об этом сообщили в воронежском филиале компании «Билайн». Причем прибавилось еще 5 каналов в сверхчетком качестве HD. Программы, которые идут в прямом эфире, можно остановить или перемотать назад, а также записать и посмотреть в удобное время. На нежелательные для детей каналы можно поставить пароль, а любимые фильмы больше не нужно хранить на отдельных дисках. Все они доступны в виртуальном каталоге видеопроката. Вот эта платформа Microsoft Media Room, и вот эти наши приставки с жестким диском, плюс то, что мы их сейчас даем в аренду бесплатно, и эта акция пока у нас продляется, да, то есть вот этот комплекс услуг, он пока не повторен никем. Все приставки поддерживают 3D, все приставки поддерживают HD. На всех приставках возможны функции управления, то есть можно ставить на паузу, перематывать прямой эфир, записывать до 4 каналов одновременно.